Во время Великой Отечественной войны, мне кажется, не было различия пополам женщины, мужчины. Воевали даже дети. Мы хорошо знаем из истории, что детишки 12-10-летние совершали подвиги, потому что любили родину и не хотели, чтобы она оказалась под пятой врага. Мне кажется, и сегодня девушки с успехом выполняют многие те виды работ, и в армии в том числе, которые обычно принято считать мужскими. Тем более сейчас разрешили прием в высшее военное учебное заведение девушкам. Мне кажется, что женщины только могут вдохновлять и воодушевлять мужчин, и на войне в том числе тоже.